Так уж повелось, что ежедневно нам приходится делать выбор, и далеко не один. Вся жизнь будто соткана из принятия решений, которые подразумевают выбор, который мы в определенный момент должны совершить. Сегодня я предлагаю вам интересный тест, который кое-что расскажет о тайнах вашей души. Если вам понравится этот тест, то не забудьте подписаться на наш канал и также нажать на колокольчик, чтобы не пропустить наши новые видео. Итак, посмотрите на картинку и выберите ту бабочку, которая вам больше всего нравится. Если вы выбрали бабочку номер один, то вы тонко чувствующий человек. У вас есть некая связь с другим миром. У вас сильная интуиция. Иногда вам снятся вещи и сны. Вы легко можете ощутить, хороший или плохой человек перед вами. Вы очень искренни, поэтому с вами иногда непросто общаться. Я советую вам не расстраиваться из-за поступков других людей, а искать своих, тех, с кем вы сможете полностью раскрыть свою душу без опаски. Если вы выбрали бабочку номер два, вы творческая личность, у вас много талантов и способностей, у вас тонкая и ранимая душа, хотя мало кто об этом знает. Вы идете по жизни смеясь, ваш главный враг – сомнения и неверие в себя. Я вам советую больше полагаться на собственные силы и доверять своему сердцу. Если вы выбрали бабочку номер три, вы очень светлый и позитивный человек. Многие тянутся к вам, как бабочки к свету. У вас искренняя и теплая душа, в которой есть место для каждого. Вы очень мало думаете о себе, много делаете для других. Я вам советую побольше уделять внимание себе и радовать себя. Ведь когда вы улыбаетесь, весь мир улыбается. Если вы выбрали бабочку номер 4, вы человек контрастов. У вас часто меняется настроение. Иногда вы можете быть нежными, иногда сильными. Вас часто влюбляются, но вы влюбляетесь редко и навсегда. Не прощайте измен. Вы часто переживаете из-за пустяков. Я вам советую не обращать внимания на грустные мелочи жизни. Окружайте себя красивыми предметами, а также хорошими людьми, и все у вас будет хорошо. Поделитесь своими результатами в комментариях, мне будет интересно их узнать. Ну а у меня все на сегодня. Желаю всем хорошего настроения. Пока-пока.